Благотворительная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» ежегодно проходит в стенах областного парламента. Здесь можно приобрести уникальные игрушки, сделанные руками юных смолян. Идейным вдохновителем этого уже традиционного мероприятия стал председатель Смоленской областной думы, секретарь Смоленского отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. Результат этого – это взаимодействие наших детей, которое направлено в первую очередь не на отторжение особенных детей, каковыми являются дети ангелы, а на милосердие, на понимание. Предновогодняя выставка-продажа прошлого года собрала более 3000 поделок. Вырученные средства направили на поддержку особенных детей из общественной организации «Дети Ангелы Смоленск». Свой вклад внес и Атомград, а 3 работы юных десногорцев были отмечены председателем Смоленской областной думы. 3000 поделок, 3 наших работы наших детишек, их учителей, воспитателей были отмечены специальными призами. Каролина Кандилян из детского сада «Чебурашка», Роман Церковный, 9-классник из 2-й школы Десногорска, и Андрей Агашкин, ученик 3-й школы, получили дипломы 2-й степени. Они в числе 40 победителей, детей Смоленщины, которые удостоились награды. Но огромная работа была проделана и преподавательским составом. Благодаря им Десногорск смог отправить на ярмарку работ больше, чем любой другой муниципалитет области – 105 поделок. Благодарственные письма от Смоленской областной думы были вручены более чем 60 воспитателям и преподавателям образовательных учреждений Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.